Картины, монументальные панно и виртуальные скульптуры с шахтерами в главных ролях. Украинский художник, создавший целый сказочный мир для своих творческих высказываний. Что такое трансмонументализм и почему эти работы имеют успех на мировом арт-рынке? Zue TV пронаблюдал за подготовкой и открытием уникальной выставки современного украинского художника с донбасской душой. Мастер дела. Донецкий угольный бассейн, сокращенно Донбасс, крупнейший промышленный регион Украины на территории нескольких областей. В последние 5 лет в мире о нем говорят только в контексте временной оккупации сепаратистами, которых поддерживает Российская Федерация. Сегодня боевики контролируют лишь часть Донбасса, но там расположены крупнейшие города – Донецк и Луганск, а также большинство угольных шахт. После аннексии Крыма российские власти выбрали эти приграничные регионы для гибридного вторжения в Украину, не от своего имени. Якобы против Киева поднялся некий «народ Донбасса», который всегда чувствовал себя русским и вообще хочет вернуться в новый Советский Союз. Эти мифы стали основой для того, чтобы часть населения воспринимала вторжение как благо. Если обратиться к реальной истории, в конце 18 века, уже после открытия залежей угля, на Донбассе жили люди 30 этносов. Из них 60% этнических украинцев и только 20% россиян. Позднее это соотношение менялось, но если верить переписям, никогда россияне не были в большинстве. По поводу просоветских настроений, то и тут все с точностью да наоборот. Весной 1991 года донецкие шахтеры объявили забастовку с требованиями отправить в отставку президента СССР Михаила Горбачева и конституционно утвердить ранее принятую декларацию о государственном суверенитете Украины. Сегодняшние историки считают, что именно события на Донбассе стали одним из триггеров окончательного распада Советского Союза. Конечно, в богатой истории многогранного региона нет простых ответов. И одним из способов осмыслить местный дух и культуру является искусство. В случае с современным украинским художником, родом из Донецкой области, особенное. Меня зовут Роман Минин. Я художник. Монументалист. Люблю монументальный жанр, монументальное искусство. А искусство для меня — это игра. И я приветствую всех тех, для кого тоже искусство — это игра. Это очень интересная, сложная игра. Роман предпочитает играть с шахтерами. Люди в характерных касках с фонариками, с отбойными молотками, с волевыми лицами стали героями значительной части его работ. Подобно тому, как шахтеры разрабатывают месторождение угля, Роман Минин нашел в их образах золотую жилу для творческого переосмысления. Его новейшая выставка так и называется «Золото нации». Шахтеры мои, у меня лично в моей душе, в моих мыслях, в голове, они трансформировались, и смыслы немножко поменялись. И теперь мне интересно в контексте всего мира, что это было, история угледобычи и шахтер как образ жизни, как символ. Мне как монументалисту интересны, конечно, символы. Далее в программе, как талантливый мальчик из шахтерского городка нашел свою дорогу в искусство. Какие изобразительные средства, материалы и приемы использует художник для своей большой творческой игры? Почему он называет свое направление трансмонументализмом? И что такое настоящее золото нации? Путешествие в шахтерскую сказку Романа Минина начинается прямо сейчас. Ранним утром 31 августа 1935 года двое уставших шахтеров выходят на поверхность, и толпа встречает их овациями и цветами. Один из них — Алексей Стаханов, который при норме в 7 тонн угля за 6-часовую смену добыл целых 102 тонны. Своим примером он породил стахановское движение. Его фотографию напечатали на обложке американского еженедельника «Time». И все это на основании откровенной фабрикации. Советскому руководству нужны были простые трудовые герои, чтобы выдать жестокую и бесчеловечную индустриализацию 30-х годов за инициативу снизу. Создать миф удалось довольно легко. Стаханову просто приписали показатели шахтеров всей смены, а кадры так называемой хроники отсняли постановочно с подготовленной массовкой. Но на стахановской мифологии выросли целое поколение шахтеров. У нас в Донецкой области вообще в моем детстве не было такого вопроса, кем ты будешь, например. То есть 90% априори как бы будут шахтерами. Это все подразумевалось. У всех были родители шахтеры. Ну, это был шахтерский город, очень замкнутый в себе. Выезжать куда-то
не было ни времени ни у кого, ни средств, да даже одна автобусная станция была, и все, ни вокзала, ничего. То есть город в себе. Такие городки на Донбассе строили во множестве для разработки вновь открытых шахт. Других профессий, кроме как связанных с угледобычей, здесь попросту не было. Стать шахтером значило ежедневно подвергать свою жизнь смертельному риску и в перспективе 2-3 десятков лет погубить здоровье. Роман видел для себя совсем другое будущее. Даже не ассоциировал никогда себя с детства, что я буду шахтером. И не потому, что это как-то зазорно, плохо и так далее. Это могло бы произойти, да. Но, в общем, просто у меня был талант. Мне это было нормально, потому что у меня творческие родители, которые, конечно, не желали, чтобы я шел в шахту работать. И поэтому, когда я начал, мой талант начал проявляться, они начали этому всячески способствовать, как могли. Впоследствии он смог поступить в Харьковское художественное училище, а затем и в академию. Но шахтерская тема все равно его догнала. Для каждого студента приходит время выбора, на какую тему ему делать, там, семестр или диплом. Виктор Гонтаров мне предложил, да, говорит, ты же из Донецкой области, почему ты шахтеров не рисуешь? Вот. Ну, это было как такое, знаете, а почему бы нет? Действительно, я начал пробовать, и ну как-то как покатилось. И сразу получилась там серия 80 картин «Шахтерский фольклор». К каждой картине художник придумывал короткое стихотворение. Но вскоре Роману стало ясно, что он неправильно выбрал форму. Это должны быть не холсты, а иллюстрации в книге или еще что-то. Поиски разных средств самовыражения привели его к стрит-арту. Я люблю большие форматы и люблю красить на стенах. И просто однажды я вышел на улицу рисовать на заборах, на гаражах. Мне это понравилось еще больше. И потом дальше, можно сказать, начал там мурализмом заниматься. И понял, что действительно монументалка – это мое. И начал мыслить просто уже как архитектор. С тех пор Роман создал множество монументальных работ и арт-объектов в Украине и за ее пределами. Его авторский трансмонументализм существует на стыке разных мифологий, изобразительных средств и даже реальностей. Специально для UATV он приоткрывает закулисье своей выставки «Золото нации» и рассказывает, как это делается. Монументальное искусство – это и египетские пирамиды со сфинксом, и мурал на стене дома в мегаполисе. Главный его принцип – писаться в архитектурную или природную среду, либо же дополнить ее. Как правило, монументальное произведение выражает четкую идею, какую именно зависит от контекста эпохи. Советская эпоха создала социалистический реализм, специальный художественный метод, который был призван запечатлеть борьбу за светлое коммунистическое будущее и ее достижения. В Украине в 2015 году началась декоммунизация. Страна стала избавляться от символов тоталитаризма, памятников и других монументальных произведений. В городской среде осталось довольно много идеологически нейтральных советских мозаик, барельефов, панно. И Роман Минин использовал их как один из источников для создания своего сказочного шахтерского мира. Пафос коммунистического стиля. Такое, знаете, такое эпик, эпичность. И эпичность, вот этот пафос, плюс декоративный стиль, плюс такой посыл и мощь этого выразительности, этого жанра мне очень нравится. Это такая комбинация, я бы сказал, народного искусства. И не только украинского. Это в основном, конечно, просто декоративное искусство всех народов. Мы там, конечно, майя, это обязательно, конечно, византийское искусство. Мне очень нравится византийский стиль. Сам Роман описывает мир своих монументальных работ как шахтерская сказка, которая наполнена символами. Чтобы они воспринимались, художник должен убрать все лишнее и заострить внимание зрителя на главных идеях и вопросах. Например, как люди могут многие годы ежедневно спускаться в шахту с риском однажды не подняться обратно. Есть такое понятие, как эсхатологический восторг. Вот в этой профессии... эта профессия очень близка к этому ощущению, к этому состоянию. Но эти жертвы должны быть как-то оправданы. Зачем это все? Ради какого света мы добываем огонь? И вот этот вопрос «зачем?», сакральный вопрос, он мне в этом месте, в этом случае, мне он действительно вдохновлял. В первой части выставки романа «Золото нации» в Харьковской муниципальной галерее основное место занимают вот такие золотистые барельефы. Сперва может показаться, что это металл, но на самом деле художник использует куда более доступный и гибкий материал. Им обычно утепляют дома. Я вырезаю из пенополистирола фрагменты, склеиваю их на пенополистирольный клей. Но потом для того, чтобы он был более твердым, я верхний слой полимеризую
огнем. Да. И он, получается, усаживается примерно на треть. И сверху становится как пластик. А потом можно красить любой краской, и оно выглядит интересно. Эти барельефы, как и положено монументальному искусству, долговечны и могут выдержать любую непогоду. Так что, возможно, после выставочного зала их разместят на харьковских улицах. Они изображают различную военную технику, состоящую из множества посторонних элементов, но прежде всего из людей. Роман подчеркивает, что интерпретировать его работы должен каждый самостоятельно, но дает вектор для размышлений. Главный, получается, персонаж этой части выставки — это человек, ну, на котором зарабатываются деньги. Вот. Я хочу, главный посыл этой выставки «Золото нации» — это мы. В первую очередь, конечно, это люди, как это ни банально, но это не нефть, не какие-то там золотозапасы, это мы, это люди, которых используют. Война с Россией на Донбассе и сопутствующий ей раскол в мировоззрении современников отразились в творчестве Романа серии работ «Свой-чужой». На новой выставке нельзя не заметить огромное черно-белое панно «Найди чужих». Это самая настоящая головоломка для зрителя. Главный герой этой серии — это персонаж «Свой-чужой». Я комбинировал ксеноморфа, известного, чужого, так сказать, с шахтером. Получился как бы такой шахтер-чужой. В этой картине спрятано 33 персонажа, их можно просто как бы искать и найти. Роман говорит, что это монументальное панно, по сути, эскиз для масштабирования. В идеале все его работы должны украшать здания или большие залы, но поскольку реализовать их в таком виде сложно и организационно, и финансово, то художник выбрал промежуточную форму. Но по количеству слоев и деталей легко понять, что на одно панно уходит много месяцев кропотливого труда. Роман строит изображение в компьютерной программе, а потом реализует в пенокартоне. Да, вырезается контур, ну и склеивается, подкрашивается это все. Делается такой барельеф. Это тоже такое примитивное 3D. Сложное 3D с детализацией Роман тоже делает, но не в этой реальности, а в дополненной. В Харькове можно в двух местах найти его работу «Love» из той же серии «Свой и чужой». Вот двухмерное изображение на стене. А вот с помощью специального приложения оно обретает объем на экране смартфона. В этом вся суть трансмонументализма Романа Минина. Синтез разных средств монументального искусства. Я буду показывать чужого, эту скульптуру «Свой чужой» в натуральный размер, в реальности. И тут же будет, там, допустим, где-то наклейка такого же размера, только в дополнительной реальности. И люди могут сравнивать даже, как вообще медиа работает. Вот можно пощупать предмет, пощупать форму. А вот дополненная реальность. Еще один слой игры Романа Минина со зрителем – зашифрованные надписи почти на всех шахтерских работах. Если сначала он писал стихотворение открытым текстом, то потом придумал свой особый язык, которым пользуется до сих пор. Захотел в нее поиграть со своими зрителями, так сказать. И некоторые действительно разгадали этот шрифт, мы переписываемся этим шрифтом, пишем друг другу письма, и я уже точно уверен, что у меня есть зрители, которые умеют прочитать те стихотворения, которые я там пишу. Зрителей и ценителей творчества Романа Минина в последние годы все больше и больше и за пределами Украины. Куратор и арт-дилер Игорь Абрамович представлял работы донбасского художника на престижных международных аукционах. И немало монументальных панно на шахтерскую тематику ушло с молотка в частные коллекции. И когда мы с ним первый раз попали вместе за границу, вот, скажем, на самый большой проект, это американский, где он участвовал в выставке, в конкурсе Grand Rapids Art Prize, то мы уже увидели, что мы и осознали, мы находимся в контексте все-таки мирового, не просто Украины, потому что шахты и шахтерский труд, он есть во всем мире. В США Игорь и Роман представили многоцветное панно «Ковер обещаний». Оно изначально задумывалось как эскиз витража. К удивлению украинцев, организаторы вскоре попросили их воплотить его в стекле, причем в самой выигрышной локации. Да, они увидели, что мы хотели, и нам дали самое лучшее место. К нам подходили американские художники. Что вы тут сделали? Кому вы заплатили? Что вы там сделали? Ну, сразу начали. Мы никому тут вообще не знаем, мы в первый раз. Это какая-то изюминка в мире, не в Украине, а в мире. Мы говорим, что такое украинская мечта или украинская нация. Вот эта часть того должно быть представлено в мире. Но есть что показать, почему нет? И люди хотят это увидеть. Вторая часть выставки «Золото нации» живописная. Всего за 10 дней с момента открытия первой экспозиции Роман Минин написал более 30 картин. Но это еще не все. Главным произведением должна быть картина, которую я еще не закончил. Картина квест. Картина будет карта, которую, если разгадать, то можно будет найти реальный клад.
Вот я хочу сделать по-настоящему сундук, реальный клад. Я уже почти его закончил делать. Я его закопаю, спрячу. Вот, и такую игру тоже хочу поиграть, сделать такую карту. Карту сокровищ, которая будет называться «Золото нации». И я думаю, в этом году ее закончу. Роман Минин уже один из самых заметных украинских художников современности. Какие еще сокровища выйдут из его мастерской и в какой реальности их искать? Ясно одно – игра в искусство будет интересной.